Silver Fox, я хотел бы рассказать про морскую рыбалку, нетипичную, в принципе, для нашей полосы. Вот. По воле судьбы оказалось то, что я отдыхаю в Краснодарском крае, это город Сочи, поселок Лазаревский, вот, непосредственно рядом с Черным морем. Ну и, соответственно, периодически вижу рыбаков, которые ловят сбун, ловят так называемые каменистые россыпи возле берега, ловят на поплавочную лучку, ловят на донки, ловят на все. На все всевозможные виды снасти и на всевозможные виды насадки. Вот. От болтушки с перловкой до креветки и до нарезки из рыбы. В принципе, приглашаю вас прогуляться со мной на побережье. Ну, соответственно, посмотреть, как все это происходит. Погнали! Ребята, а на что ловите, ребят? Креветка. Потом, короче, креветка вареная, креветка, короче, сырая. Ага. Потом буженина, короче. Потом сосиски, что ты ржешь, я не отвечаю. Я просто здесь не первый день, тут я вот. Серьезно? Первый. Отвечаю тебе. Причем на сосиску, короче, клюет как карась, так и окунь. На хлеб только окунь, ой, только карась, а на креветку все, короче. Ни хрена. Я здесь видел на болтушку мужичок сидел, ловил на перловку. А? Мужичок сидел на перловку, ловил на болтушку, ловил. Не, ну это все можно. Вообще, короче, местные бесятся, когда у них снова буженина, сосиски, короче. Сам-то будешь ловить? Да нет. А что, Надя будет? Посмотреть. Созерцать. Бесплатно, без прогона по деньгам. Хочешь покажу, что закидывать? Я пошли покупать. Сигарета есть? Не курю. Тогда не поймем. Да не, он дружище сгорел. Кстати, вот карасивый, короче, есть как ловит карась? Здесь ни разу не было. Ну да, бля, не дает даже лечь. А что за рыба? Дары моря. Это карась. Ничего себе. Это тоже карась. Это вот херово, буфало, короче. А вот это, короче, тоже какая-то другая рыба. На С называется. Не знаю, местный был, называл как-то. Ну тут чисто там для души посидеть, потягать так. Ну, за да. Часик нормально. Это ротанчик, вартанчик. Друг таксиста. Вартанчик. Здорово. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все нормально. Спуск. На камне открыли. Да. Да не, просто снимаю, сам процесс. Да давай, я тебе сейчас зарежу, чтобы снимало. Люди в интернете просто много спрашивают, что, как, куда. Не, вот сам, искал сам искал информацию, вот сейчас вот приехал. А сейчас креветочку зарядим, и вся шляпа, короче. Ставрополь, всем привет!
карманчиком. Сам подходи. Да я точно приближаю. Чудо-юдо рыба во ртан. Долго буду искать. Я еще долго буду. А ты где? А ты где? Не, ну на одну приму туда не побуду. А, не, ну вот он как такой. Я на рыбалку буду. Я сказал Вике, что я буду здесь до Талова. Я без завтрака, без Марии там все. Я просто на рыбалку. Это все нравится, на креветку, да, сейчас? Сырая креветка, говорю. Я рекламировать магазин не буду, потому что за рекламу-то деньги нужно платить. А так на Победы 100 можно купить такую же креветку. Дальше там вообще где-то далеко-далеко. Thank you.
Мальдивы, отдыхая на море. Ну да, его местную собакой называют. Чунига. Убежал. Здесь вот такие буны, они перегорожены. Проход сюда вообще запрещен, особенно для купания. Вот. Ну, рыбаки приходят, плывут спокойно.
километров, блядь.